Думаете, это красивые цветы, да? Многие из вас скажут, да, очень красивые цветы. На самом деле, эти цветы должны светиться, как в эффекте Кирлиана. Но эффект Кирлиана делается путем прикладывания стекла, поэтому свечение создается не очень-то красивым. На самом деле они должны светиться в воздухе, и это создает объемное свечение, как 3D, да? Человеческий глаз смотрит в режиме 3D благодаря двум глазам. Ну, Бог создал так, чтобы у нас были 3D камеры, две штуки. Вот, благодаря этому человек будет смотреть на цветы, и они будут очень красивыми. Благодаря тому, что они будут светиться ночью. Вот ночью отсюда энергия статическая выходит, потому что, видите, они как лезвия острые. Благодаря этому, по законам физики, отсюда выходит статическая энергия молнии. Вот. Это происходит в определенных местах, где есть изолятор молнии. Вот. В Ютубе есть такие видео, где люди поднимают руку, и от руки начинается свечение или выходит статика. Точно так же и растения должны светиться. Вот. Первое упоминание о свечении растения есть в Священном Писании. И это увидел Моисей. Первое свечение в темноте увидел Авраам. Вот. Теперь скажите, пожалуйста, эти цветы, они красивые или что-то им не хватает? Верно. Им не хватает свечения. То есть свечения в темноте. Спасибо за внимание.